Училище Олимпийского резерва Бреста воспитало не одно поколение сильных и титулованных спортсменов. Мастеров спорта международного класса, победителей чемпионатов Европы и мира, участников и призеров юношеских и взрослых Олимпийских игр. В самом названии училища Олимпийского резерва подразумевается, что мы занимаемся именно отбором талантливых детей со всей области и даже есть представители из других регионов нашей страны. В зависимости от уровня наших тренеров приезжают даже дети, спортсмены из других регионов. Но основная задача – это собрать с области самых перспективных, с районных центров, с глубинок талантливых детей, которые уже на первых шагах где-то представляют интерес для нашего учреждения. А для того, чтобы просмотровые сборы, тренировки, учеба и проживание были комфортными, на общей площади в более чем 4000 квадратных метров созданы достойные условия. Блок уличных тренажеров, площадки для занятий легкоатлетическими видами спорта, уютная столовая, где можно получить полноценное сбалансированное питание и, конечно, вместительное шестиэтажное здание общежития на 200 мест с комнатами для отдыха. Здесь отличные условия для проживания, но новое общежитие. Также очень удобно заниматься спортом, так как все находится близко, построили спортивный комплекс, кормят хорошо и помогают с учебой. Дети, поступающие в наше учебное заведение, имеют возможность получить общее среднее образование, получить специальное образование и состояться как спортсмены самого высокого уровня. Конкурс велик, несмотря на то, что жизнь здесь сложна. Две тренировки постоянные в день, учебный процесс серьезный, при всем при том успевает тот, кто хочет, тот, кто может, тот, кто поставил перед собой цель. У нас все получается. А в этом не стоит сомневаться, ведь за время существования училища 47 его выпускников стали участниками Олимпийских игр. И на летние Олимпийские игры в Токио ими уже получено несколько лицензий. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.